братишка, яхтинг надо? И сейчас мы начинаем новую серию, посвященную техническому яхтингу. Запускаем статус проверки. Как вы видите, штампики. Пошло, пошло, пошла водичка. Так, проверяем погоду. Дальше запускаем двигатель и начинаем отходить. Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сейчас мы начинаем новую серию, посвященную техническому яхтингу. Поэтому, братишка, яхтинг надо! Что мы делаем и как мы отшвартовываемся? Что нужно приготовить и что нужно сделать с лодкой, чтобы безопасно выйти в море? Все это сейчас будем рассказывать мы вам. Во-первых, нужно проверить, все ли есть на борту. Оказывается, у нас на борту есть еще люди. А тебя все равно не видно, ты в темноте там сидишь. В норе. Так, вот мы уже на лодке и запускаем статус проверки. Первое, нужно проверить электричество. Вернее, как, нужно электричество отключить, чтобы мы не вышли и не оторвали провода. И второе, нужно залить полный бак. А сейчас у нас очень важная задача. Мы сейчас идем в офис Костгарда и оформляем документы на выход. Так как у нас изменение состава, к нам приехали друзья, то мы несем им показывать паспорт. И с этим паспортом они нам выдают новый крюлист, и мы оформляем аут и идем в следующий город. В следующем городе мы делаем тоже ин. Короче, вот такая вот муть, вот эта вот дурацкая, в Греции, конечно, придумана, она очень неприятна. Но неважно. То есть чекаут, если необходимо, это один из пунктов, которые необходимо сделать при выходе с, ну вот сейчас мы выходим из Ситея, то есть из любого города в Греции. Очередной пункт – чекаут. Только что были в порт полис. Вот у нас есть, как вы видите, штампики. Короче, эти штампики говорят о том, что мы получили clear out, то есть мы можем выходить уже, и следующий порт, в котором мы заходим, это Святой Николас. В нем мы должны сделать отметки о том, что мы входим. То есть это обязательная процедура. Вот, то есть мы юридически готовы к выходу. И сейчас я вам буду показывать, что же делается с лодкой. Пошло, пошло, пошла водичка. Кстати говоря, здесь вода в Греции не очень хорошего качества. Смотрите, вот эта бочка с рыжей, видите, да? Это я поставил новый фильтр. И вот это за несколько дней он приобрел такой прекрасный цвет. И такой же налет остается в чашках, поэтому ее нужно, нужно покупать воду и ее использовать, не использовать та, которая течет с пирса. Хотя на пирсе написано. Вот, вода питьевая, то есть, но ее пить. Итак, вот мы заливаем воду. Вон у нас шланг торчит, вода будет залита. Далее идем проверяем аккумуляторные батареи, насколько они заряжены. Но вообще это уже ни на что не влияет, нужно было раньше это делать, но тем не менее. Так, поднимаем тузик, но об этом я все буду рассказывать постепенно. Так, проверяем погоду. Выкачиваем, запускаем, поехали. Итак, что у нас с погодой? Смотрим. Вот мы находимся вот тут, вот, вот эта вот точка, а идти мы будем вот сюда. То есть у нас тут будет чуть-чуть встречного ветра, мы пойдем вот так вправо. Потом поднимемся, наберем высоту и пойдем себе вот так вот совершенно спокойно в полветра. То есть нам погода обещает быть нормальной. Во всяком случае, здесь хоть и такое очень неприятное творится, но вот вдоль берега, я думаю, будет нормально. И сможем идти с хорошим ветром.
Короче, разберемся. С этим понятно. Погода нас устраивает, что у нас, ну, такое себе. Но это уже будет завтрашний день. А пока вот у нас будет нормальная погода, а завтра будет, конечно, тут видно. Далее, включение приборов. Есть, поехали. Крышечки снимаем. Navionix запускаем. Пару минут нужно для того, чтобы вся электроника у нас запустилась. Отключение воды и электричество. Вот наш кабель. Мы его отключаем. Наша вода, которую мы тоже отключаем. Отключаем электричество, закрываем крышечки. Раз, два. Проверяем, электричество отключено. Далее закрываем борт. Нам нужно будет сделать это вынос мусора. Вот. И, собственно, мы уже практически готовы. Дальше запускаем двигатель и начинаем отходить. Руль со стопоров снят. Все, крутится, нормально. Запускаем двигатель. Двигатель стартанул. Приборы включены. Связан с тем, что очень сильный ветер, ну, нас как бы сносило немножко, намаливая на пирс, но больше газу, и обычно это решает вопросы, ну, в том случае, если оно не сталкивается, лодка не сталкивается с пирсом. Ну, короче, мы отошли, теперь ставим паруса. Ситиа — классный город, мы в нем уже побывали, город себя уже для нас исчерпал, поэтому Ситиа пока. И на этом наша серия заканчивается, но в следующий нас ждет Санкт-Николас. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал. После просмотра не забывайте ставить лайки. И мы вам будем рассказывать с удовольствием о нашем путешествии в Средиземном море, о тех перипетиях, которые с нами случаются. Страшного, слава богу, ничего. Но будьте первыми, кто знает, что у нас происходит, и вообще о яхтинге в целом. До встречи в море! До встречи в Средиземке и на островах, которые нас ждут в ближайшем будущем. Пока!